небесам жарко, сложат о героях песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно. Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Москва, Подмосковье, да и вся Россия ждали возвращения боксерских поединков на арены и спортивные площадки после периода пандемии. И сегодня, в день физкультурника, бокс вернулся на ринг города Балашихи, который был установлен возле ледовой арены имени Юрия Евгеньевича Ляпкина. В этом репортаже мы увидим поединки боксеров, которые в непростых условиях эпидемии коронавируса продолжали тренировки, поддерживали форму и готовились к будущим победам. Услышим прославленного хоккеиста Юрия Евгеньевича Ляпкина, в честь которого названа эта спортивная арена. Тренеры команд этой матчевой встречи боксеров расскажут об этапах подготовки спортсменов. Мы увидим почетных гостей соревнований. Чемпион Европы по версии WBO Роман Андреев. Чемпион мира IBO Александр Бахтин. Президент спортивного клуба имени Виктора Петровича Агеева Тюменев Виктор Павлович. Основатель и меценат турниров и клуба имени Виктора Петровича Агеева, мастер спорта международного класса по боксу Анатолий Михайлович Петров. Безусловно, бокс стал сегодня лидером на этом празднике физкультурников города, где были представлены также и другие многие виды спорта. Я поздравляю всех с Днем физкультурника, желаю здоровья и дальнейших успехов в выбранном виде спорта. Замерли вокруг люди, светятся экраны телек. Хорошо, что у нас развиты все виды спорта. И хоккей, и фигурное катание, и бокс, и легкая атлетика. Поэтому все виды хороши, все они важны и все нужны. Всех с праздником! Спасибо большое. Начался спортивный праздник с церемонии награждения функционеров, деятелей спорта, прославленных спортсменов и тренеров, среди которых, конечно же, были представители спортивной гордости Балашихи, клуба имени заслуженного мастера спорта СССР по боксу Виктора Петровича Агеева. Шестая пара. Богдан Лежнев, Борис Сутармин. Оба боксера кандидаты в мастера спорта. Дмитрий Юрин, Балашиха. Игорь Александр Махмудов. Электросталь Надин. Команду города Балашихи спортивного клуба Агеева готовили тренера Иван Щулок, Ренат Исмагилов
Юрий Каратинский. Во-первых, хочу поздравить всех с сегодняшним праздником, Днем физкультурника, и поблагодарить Балашихинскую федерацию бокса, Тюленя Виктора Петровича, Александра Бахтина, вот с таким прекрасным проведением бокса сегодняшним. Спасибо, что пригласили на участие на этот праздник, вот, потому что после длительного периода вот с коронавирусом сегодня выходим на ринг и боксируем после такого длительного периода. Это хорошо. И желаю всем спортсменам показать красивый бокс. Я готовил к этим соревнованиям, к этой матчевой встрече сборную Московской области. Вот. Знаем, что соперник у нас с Балашихи очень сильный. Балашихи команда очень сильная. Ну, мы готовились и готовы принять бой и показать красивый бокс. Победу одержал боксер Красного угла Искандер Алиев. Боксеры награждаются. 15-15, передняя рука. И где-то банный корпус. Георгий Камлак. Поздравляем его. И поздравляем также Леона Курчиева, показавшего хорошую технику и подготовку. Не падайте духом, ребята, все должно быть. Победы придут. Первый спортивный формат вот, проведения такого мероприятия именно после пандемии. Ребята начинают сейчас набирать в период подготовки к проведению ответственных соревнований спортивную форму. И вот даже в таком формате очень приятно, что спортсмены настроены на поединок. Бои получаются очень интересные. И надеюсь, что вот и впредь что-то подобное будет проводиться здесь. Всех поздравляем с праздником. Желаем хорошего настроения и дальнейших спортивных побед. Сегодня прекрасный праздник, День физкультурника. Я всех поздравляю с этим праздником, ветеранам спорта, желаю крепкого здоровья. Ведь действительно нас что объединяет, это спорт. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Молодому поколению желаю, чтобы занимались спортом, добивались больших высот и никогда не сдавались. Сегодня нашим боксерам, молодым боксерам выходить в ринг непросто. Был большой перерыв, но они молодцы. Они показывают себя, проявляют, заявляют о себе. Дальнейших успехов и побед. Боксеры награждаются медалями. Награждение проводит Бодриченко Игорь Александрович. Спортивного клуба в это тяжелое время в условиях пандемии продолжали тренироваться по индивидуальному графику. Тренировались даже два раза в день, находили спортзалы, тренировались на улице. Когда нельзя было, тренировались дома, выполняли общую физическую подготовку, отжимались, подтягивались, на школу бокса работали. Ну и вот сейчас показывают результаты, сейчас сборная Московской области на сборную Балашихи. В хорошей форме спортсмены Балашихи подошли, форму не потеряли. Что у нас? Впереди у нас спартакиада ЦФО, третий по юниорам. И впереди мастерский турнир в Одинцово, который будет с 7 по 10 сентября. Всем удачи, здоровья!
и успехов. Добрый день. Всех рад видеть на Балашихе в день физкультурника. На территории Ледового дворца, где поставили ринг, отмечается праздник всеми спортсменами. Много здесь всех видов спорта. Наш любимый бокс. Сборная Московской области против сборной клуба Агеева. Вот. Всем желаю очень здоровья, боксерам успехов и только победы. Очень рад, что бокс развивается в Балашихе благодаря мастер-спорту международного класса чемпиона СССР Советского Союза Анатолию Михайловичу Петрову. Благодарим за поддержку. Максим Павленко оказал достойное сопротивление, награждается великими медалями. Награждение проводит Анатолий Михайлович Петров, вице-президент профессионального бокса России. Ну так благо и честь, и победа не счесть, для которых не нужен меч. Но точен удар, и рука тверда для того, чтоб Россию беречь. Но точен удар, и рука тверда для того, чтоб Россию беречь. Но точен удар, и рука тверда для того, чтоб Россию беречь.